Привет, всеми! Это черный кабинет, добро пожаловать! Здравствуйте! Je travaille avec des cons. Привет! Что такое плохой трейлер? А точнее, правда ли, что на сегодняшний день трейлеры стали хуже, чем были раньше? Итак, во-первых, плохой трейлер — это, естественно, тот трейлер, который спойлерит сюжет, который раскрывает весь его сценарий, его историю, и после просмотра которого не остается никакого желания смотреть фильм. Во-вторых, плохой трейлер — это Второе, плохой трейлер — это тот трейлер, который неправильно преподносит зрителю сам фильм, из комедии делая боевик, из боевика драму и так далее. К примеру, это трейлер к фильму «Драйв», который показал эту картину как обычный проходной боевик, что, кстати, спровоцировало бурю негодования у американского зрителя, так как сама картина боевиком не является. Также плохим можно назвать тот трейлер, который просто нудный, скучный и плохо склеенный продукт. И последнее время бытует мнение, что трейлеры на сегодняшний день стали еще хуже, чем были раньше. Они спойлерят больше, показывают больше, стали нудными, скучными, банальными и так далее. Но так ли это? И сегодня «Черный кабинет» постарается во всем разобраться. История вопроса. В 1912 году бродвейский продюсер Нилс Гранлунд начал работу над рекламой сети кинотеатров Восточного побережья, принадлежащих предпринимателю Маркусу Лоу. Тогда Гранлунд и создал первое в мире подобие трейлера – минутный ролик о предстоящем бродвейском шоу «Ищущие удовольствие». Состоящий из фрагментов репетиций, эту рекламу показали зрителям после фильма, а не перед ним. В том же году опережающий свое время Уильям Селик решил применить метод создания популярных в 19 веке печатных сериалов, историй, публикуемых частями в кино. Так появился 13-серийный фильм «Приключения Кэтлин». Как и при работе над печатными произведениями, очень важно было заинтересовать зрителя продолжением, поэтому Селик старался закончить каждую часть фильма на самом интересном месте. Было решено завершать серию коротким анонсом эпизода, который выйдет на следующей неделе. Один из прокатчиков установил экран и устроил показ «Приключений Кэтлин». В конце ленты героиня была брошена в логово льва, а далее прицепом шел отрезок фильма с вопросом: «Сможет ли она сбежать из ловушки?» Захватывающее продолжение на следующей неделе. Вот так анонсы выходящих фильмов и стали называться трейлерами. Популярность трейлеров постепенно росла. Другие промоутеры тоже начали использовать подобные ролики. Первое время их создавали в кинотеатрах. Но уже в 1916-м большинство киностудий начали выпускать собственные анонсы. Но что же делает трейлер плохим? И действительно ли на сегодняшний день трейлеры стали хуже и нет хороших примеров? И для того, чтобы лучше разобраться в вопросе, стоит выделить три тезиса. Первый. Трейлер, который спойлерит сюжет, это несовременное явление. И в этом легко убедиться, просмотрев трейлер к первому «Рокки», трейлер которому буквально показывает сюжет фильма от начала и до конца, проходя сквозь все этапы весело, грустно, и в конце нам показывают последнюю сцену из фильма. Последнюю, Карл. Или трейлер к замечательному фильму «Изгой» Роберта Земекиса, тизер которому, кстати, был наполнен таинственностью и был сделан очень качественно. Но трейлер... Вот вам конец фильма, герой спасается, так что не нужно переживать. И самое странное, что трейлер рассказывает историю человека, который возвращается с острова. Но это лишь финал фильма, его последние 20 минут. И видя подобные примеры, появляется резонный вопрос. Почему сегодня у нас складывается ощущение, что трейлеры показывают и рассказывают больше, чем раньше? И этот вопрос порождает ответ. Второй пункт. Меняются не трейлеры, а... зритель. Мы живем во времена видеоизображения, в эпоху, когда визуал стал чем-то банальным и привычным. Фильмы, телевидение, реклама, интернет, баннеры. Мы встречаем изображения повсюду, и мы приспособились к правилам игры. Мы быстрее обрабатываем информацию, ритм ускоряется. К
К примеру, в середине 20 века чаще всего для того, чтобы показать перемещение персонажа из дому на работу, режиссеру приходилось показывать, демонстрировать весь этот путь. Вот персонаж выходит из дома, он садится в машину, едет на машине на работу, выходит из машины, заходит в офис, закрывает за собой дверь и заходит в кабинет. Сегодня подобная демонстрация покажется банальной, скучной, нудной и безвкусной. Потому что мы уже готовы к тому, что будет происходить. Также и в трейлерах. Мы уже сами себе додумываем сюжет, и нас стало сложнее удивить. Это не отменяет того, что трейлеры чаще всего сделаны по классической структуре и не блещут креативом, но и мы с вами стали понимать гораздо больше, чем тот же зритель еще 10 лет назад. Суть в том, что даже сохранив классическую структуру, исходная ситуация, начало, конфликт, обстоятельства, крещендо, нарастание саспенса, клиффхенгер, открытый и обрывающийся финал, трейлеры адаптируют под условия рынка, выпуская короткие трейлеры на ТВ, более длинные на просторах интернета, и даже содержание трейлеров подстраивается под эти условности. На каждый период их истории существует свой список их канонов и клише. Рассказчик лицом к зрителю сменился закадровым голосом, закадровый голос сменился голосом персонажей, героев фильма, и все это по той же причине – ускорение ритма. И это не значит, что трейлеры стали короче, но действия в них стало больше, потому что зрителя стало сложно удержать в зале. Негласное правило Голливуда – смена действия каждые 2 минуты в экшн-фильмах – сделало свое дело. И неудивительно, что маркетинг также подстроился и начал использовать эту систему, выпуская тизеры, трейлеры, тизеры к трейлерам, тизеры для ТВ, финальный трейлер, международный трейлер, азиатский трейлер, часто что-то совершенно невообразимое, трейлер, урезанный для соцсетей, начальные сцены из фильмов, которые начали сливать специально в последнее время, пример «Малыш на драйве». И самый худший из вариантов, это, по моему мнению, раковая опухоль современного маркетинга, это бампер-трейлер. Это такой трейлер от 5 до 10 секунд, который начали вставлять перед нормальным трейлером. Трейлер перед трейлером. Как бы говоря зрителю, если у тебя нет 2 минут времени, не страшно. Вот тебе 10 картинок за 5 секунд, наслаждайся. Но вся беда заключается в том, что производством трейлеров занимаются даже не студии, а агентства, которые они нанимают. Но это еще не все. Барабанная дробь. Трейлеры производят в то же время, что и фильм. То есть агентство получает отснятый материал и делают с ним что хотят. Поэтому чаще всего это необработанные, недоработанные кадры, которые, возможно, даже не войдут в финальный монтаж фильма. К примеру, трейлер «Лиги справедливости». Печально, что для производства трейлеров практически не привлекают режиссера фильма. Чаще всего, потому что у него банально нет на это времени. Винить в этом некого. Если студии будут ждать окончания монтажа, выпуская трейлеры после, они потеряют зрителя и не продадут фильм. И эта проблема существует испокон веков. Посмотрите трейлер к «Звездным войнам», в котором Дарт Вейдер сражается при помощи бутафории. Иногда все же режиссеров привлекают к созданию трейлеров. К примеру, Дэвид Финчер. Его трейлеры практически всегда нетипичны и хорошо продуманы. Но это пример режиссера с именем, и который снимает, даже если и крупное кино, то не его попкорн-версию в сравнении с супергеройскими фильмами или трансформерами, при производстве которых режиссер исполняет роль лишь техническую. И я думаю, что важно сказать пару слов на этот счет. Когда зритель смотрит современный блокбастер, если он провален, зритель чаще всего винит в этом режиссера фильма, будь он Зак Снайдер, Уидон, Тайка Вайтити или кто-либо другой. Забывая о том, что роль режиссера на студийном проекте отличается от привычной нам. Роли автора, создателя, творца. Это человек, который привлечен для того, чтобы сделать режиссерский сценарий, поработать уже с выбранными актерами и смонтировать фильм. И это печальная истина. Как говорил еще очень давно Андрей Тарковский, продюсеру нет дела до истины. Он считает хорошего режиссера тем, кто сумеет ловко склеить кадры. И с тех времен ничего не изменилось. Поэтому, возвращаясь к разговору о трейлерах, вольность и контроль трейлера могут позволить себе лишь режиссеры с именем, репутацией и на сугубо личных проектах. Возвращаясь к Дэвиду Финчеру, это лишь нарезка из отрывков, связанных ритмическим рисунком под «Immigrant Song». Никакого раскрытия сюжета картины, однако полное погружение в атмосферу и, как следствие, пробуждение желания посмотреть фильм. И это отличный пример правильного трейлера. Пример трейлера, в создании которого режиссер не брал никакого участия, это трейлер к фильму «Терминатор 5».
без комментариев. Резюмируя этот пункт. Трейлеры по своей структуре не сильно изменились. Изменился рынок и продолжает меняться. Изменилось восприятие зрителя и наша способность додумывать сюжет. И чаще всего на сегодняшний день трейлеры, которые действительно являются качественными с точки зрения интриги и вовлечения зрителя, это трейлеры без классической структуры, нетипичные. И парадокс в том, что таких трейлеров очень мало. Потому как для того, чтобы создать такой трейлер, нужно знать сюжет фильма и его идею. Нужно вовлекать режиссера. А при параллельном монтировании фильма и трейлера это фактически невозможно. Спрос, конкуренция, изменение ритма, рынка и, как следствие, у студии практически не остается других вариантов. Те трейлеры, которые, так сказать, коснулись моего сердца и заставили в некотором смысле посмотреть фильм, это те трейлеры, которые были нелогичны, креативны и даже иногда не связаны с основным сюжетом картины. Это трейлер к фильму «Роковая женщина» Брайана де Пальма, который переворачивает концепт фильма и показывает его в ускоренной съемке. Заканчивая фразой «Гениально». Третий пункт. Трейлер — это пространство для творчества, которые могут выходить за рамки классической структуры, имея свои собственные правила построения, время и ритм, оставаясь связанной с фильмом атмосферно или идейно. Посмотрите трейлер к фильму «Серьезный человек братьев Коэнов». Это невероятная работа. Отдельный короткометражный фильм, отрывки из фильмов, оригинальный монтаж, вкрапление юмора и вуаля. И углубляясь в идею, лично я предпочту трейлеры, которые созданы отдельно от фильма, как бонусный довесок, потому что такие работы предполагают творческие затраты. Иногда бывает и так, что трейлер может быть лучше самого фильма. И я даже позволю себе сказать, что хороший трейлер, правильный трейлер, помогает не просто понять фильм, а развивает в нас любовь к кино, синефилию. Потому что изначально он направлен на удержание нашего взгляда на изображениях при использовании киношных правил построения истории в урезанном пространстве и времени. И в принципе, трейлер создан для того, чтобы продать на мечту. Иначе не скажешь. Трейлер заставляет нас использовать воображение, додумывать сюжет, рыться в тайнах, теориях. Я вообще считаю, что создание трейлера к своему фильму, если вы режиссер, или просто создание трейлера на основе изображений из уже существующего фильма, отличная практика для любого человека, связанного с созданием видеоконтента. Можете считать это моей мини-рекомендацией. Взять фильм, разрезать его на куски и поиграть с тем, что есть, создав что-то, возможно, совершенно не похожее на финальную версию фильма, чисто для себя. Я люблю такие штуки. Воображение начинает работать, мозги шевелятся, и это здорово. И забавный факт. На сегодняшний день именно тизеры и являются тем, чем должны быть трейлеры. Странно звучит, но это так. Первый тизер к «Бегущему по лезвию 2049» очаровывает. А все трейлеры, что вышли после, только портят впечатление и пересказывают фильм. Подводя итоги и резюмируя все сказанное, я скажу, что проблема не в том, что трейлеры стали хуже или спойлерят больше. Плохие трейлеры выходили всегда. Просто при сегодняшней маркетинговой системе и нашей способности к быстрому анализу визуальной информации, студии в некоторой степени вынуждены предпочесть практичность и быстро выпускать трейлеры. Просто стоит это понимать и надеяться на лучшее. К слову, Disney уже начал делать ложные трейлеры, как, к примеру, в фильме «Тор». Поэтому, кто знает, может скоро все изменится к лучшему. И поэтому в завершении я дам вам совет. Точнее, расскажу, как я смотрю трейлеры обычно. Я их не смотрю. Первый тизер и все. А дальше на ваш страх и риск. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, но не переключайтесь. Так как такие видео сделаны в формате видеоэссе и лекции, они не предполагают интерактива, и я бы хотел это изменить. Позади меня находятся кадры из фильма. И сегодня мой звукооператор Клаудио сыграет для вас одну мелодию. Первый человек, который в комментариях напишет, из какого фильма я взял этот кадр, кто его режиссер, и откуда взята эта мелодия, попадет в мое следующее видео, и я отвечу на любые его вопросы. Если вам это интересно, пишите и давайте попробуем пообщаться. Ну а я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если это так, то до встречи на следующей неделе. С вами был ваш Черный Кабинет.